Большая часть семян на прилавках оказалась фальшивками, которые могут оставить без урожая даже самых заботливых садоводов. Такие неутешительные результаты проверки, проведенные специалистами Россельхознадзора в Ярославле, Переславле, Залесском и Угличе, были проконтролированы около 3000 партий различных семян. При этом 22% пакетированных и 43% весовых семян выведены из торгового оборота из-за выявленных нарушений. По итогам проверки вынесено 8 постановлений о привлечении к административной ответственности и наложении штрафов на общую сумму около 10 тысяч рублей. Специалисты Россельхознадзора советуют при покупке семян внимательно изучать этикетки и требовать у продавца сертификаты. В ходе этих проверок выявлены нарушения требований законодательства в сфере семеноводства. Во-первых, реализация семян, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Также реализация семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества на данные семена. А также реализация партий семян с истекшим сроком действия. Больше половины пакетированных семян цветочных и овощных культур идет с нарушением законодательства в сфере семеноводства. А на весовые семена, луковицы, корневища цветочных культур – это 100% нарушений.